рада, то, что так много разных городов России представлено сегодня. Такое большое количество и большое разнообразие именно русских танцев. И разные они все. И по технике, и по эмоциям. Очень-очень красивые номера, очень красивые костюмы. Вот, на самом деле сложновато, честно говоря, оценивать. Хотелось бы больше видеть классики мне как классической балерины, но я надеюсь, что в следующие годы классика будет тоже. Мне бы очень хотелось пожелать участникам премии «Артис» удачи во всем. И самое главное, чтобы они не боялись раскрывать свои новые и новые таланты. Ведь для нас это очень и очень важно. Ведь за нами будущее. Танцуйте вместе!